Всем привет, это киноплощадка. Я Алиса, и сегодня мы расскажем о фильме «Человек-амфибия». Всем привет, я Варя. Этот фильм был снят по роману Александра Беляева, который родился в Смоленске. Этот фильм о человеке, которым садили легкие акулы. Ихтиандр плавает очень редким стилем дельфинов. А вы знаете, что сам Дисней отказался снимать этот фильм из-за очень сложных съемок? То, что светились глаза, то, что им светили такие лампы. Мне понравился этот фильм, потому что там хорошие костюмы, отличный сюжет, и он красивый. Я советую его посмотреть всем детям и взрослым. Фильм? Да. Мне понравилось, как они снимали под водой. Всем привет, я Лепесток. Мне понравился фильм, потому что он там про любовь и приключения и тоска. Всем пока! Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И смотрите хорошее кино. Пока! Всем пока!